Всем привет, это мини-период. Вот наш котик уходит. Полгода мы его лечили, беднягу. Нам его отдали. Перед этим он был у алкашей. У кота море болячек, все органы поражены, кроме сердца, в острой хронике или в хронике опухоль. Полгода лечили. Ну, сейчас я вам покажу все. Последние его часы или минуты, я не знаю. Температура 34,3, это критическая. В любой момент он уйдет. Последнее время мы его поддерживали только раствором рингера, чтобы ни обезвоживания не было, и насильно кормили вот такой вот штукой. Очень калорийная вещь. Сейчас я вам покажу. У него уже дистрофия полная пошла. Опухоль его съедает. Вот толщина кота. Вот, смотрите. Вот, вот. Маленький ты мой друг. Так привык к нему. Хотя у нас еще 20 котов на обеспечение. Но это вообще классный бомбовый кот. Вот, ребята, кормите нормальной едой своих животных. Не кормите китикетами, кашами всякими, баландой этой. И котики будут жить долго-долго, и вовремя водите к ветеринару. Ты друг мой. Он головка уже вообще не держит. Видите? Масенький ты мой, хороший. Ну, мой панкот хороший. Давай, друг, прости, что не помогли тебе